Вы на канале Фруктик? Да, вы на канале Фруктик. И сегодня мы будем готовить все тортики в Avatar World. Да, все тортики в Avatar World. Ну а мы начинаем. Чтобы сделать тортик, нам надо взять тесто. Вот, я сделала уже тортики все вкусные. Вот тортики. Есть вот такие тортики, а есть вот такие кругленькие. Ну, мы сегодня сделаем самые вкусные тортики. Сейчас сделаем вот такое что-то. Заставочку, чтобы было красиво. Вот самые вкусные тортики, которые я сделал. Я их долго, конечно, делал. Вот они. Вот тортик. Квадратный и кругленький. Ну как же сделать такие красивые тортики? Сейчас вам все покажу. Чтобы сделать вот такую поливку шоколадную, то вам надо зайти в холодильник и найти вот такие штучки. Вот, раз, два, ну и остальные. Ну самый красивый это розовый и белый. Они самые красивые. А вот так выглядит она, вот эта розовая штучка. И смотрите, например, у нас здесь розовая. И, кстати, смотрите, какой у меня красивый тортик сделал. Да, я его старался. Старался и очень долго делал. Чтобы такой тортик сделать, вам понадобится вот такая штучка шоколадная. Конечно же, пшеница. И смотрите, что мы делаем. Сначала мы кладем вот эту пшеницу, как она там называется. Перемешиваем. Берем вот этот шоколад розовый. Теперь мы берем... Что мы берем? Сейчас. Это было по-другому, конечно, но я не помню, как. Не, я не помню, но походу сейчас. Ну, например, можем полить это, покрасить. Ну, я, конечно, не помню как, но, в принципе, так тоже красиво. Теперь добавляем вот... Сейчас надо белый шоколад, розовый нет. Вот беленький. Беленький шоколадик. Теперь кладем вот сюда. Кладем вот такие сердечки. А зайчика уже попозже. И вот сюда. И теперь перемешиваем. Вот и все, только надо еще раз полить, вот. И теперь это кладем в квадратную форму и сюда. Все готово. Конечно, здесь что-то вот не хватает. Да, не хватает поливки. Да, надо будет еще раз сделать. Смотрите. Берем вот это, перемешиваем. И вот теперь кладем вот эту штуку. Вот такую розовую, я не помню, или это розовая, я не помню какая это. Вот, кладем вот эту штучку. Перемешиваем опять. У нас вот такой цвет. Теперь берем белую такую штучку. Шоколад такой белый. Нет, сначала надо эту форму, да, вот эту. Ее надо смешать с сердечками. Вот. Теперь уже вот это. Вот, и у нас есть сердечки. А теперь мы делаем квадратную форму. Теперь кладем вот сюда этот белый шоколад. И он у нас здесь. И кладем в духовку. И у нас вот такой красивый тортик. Красиво. И кладем какого-то зайчика, не знаю, можно вот такой цветок. Вот так, как угодно можете сделать. И вот такие тортики у вас могут получиться. Можно еще сделать вот такие тортики, шоколадные. Вот, например, вот вы хотите сделать вот такой тортик или вот такой розовенький. Что вам понадобится? Ну, это очень просто. Делаем эту... Вот тесто берем. Берем вот этот шоколад.
Я не знаю, какой. Вот этот побольше шоколад. Ну, не знаю. Давайте проверим. Ой, сначала надо вот так. Теперь что дальше? Дальше мы должны вот взять вот такие кусочки шоколадика. И да, когда мы взяли эти кусочки шоколада, то нам надо как-то, короче, покрасить этот коричневый цвет. А, не надо, походу, красить, я уже понял. Не-не, не надо. Вот берем вот это, ставим вот сюда, вот этого котика. Нажимаем на зеленую кнопку. У нас вот такая начиночка. И теперь мы должны в какую-то форму, ну, давайте в квадратную, и положить сюда вот этот шоколад. А, не, не вот этот, а вот этот розовый. Ну, не знаю, какой хочете, может, шоколад. Можно вот такой розовый шоколад. Вернее, не шоколад, а поливку. Можно розовую, а можно такую карамельную. Ну, мне нравится розовая, потому что сегодня как бы... Ну, не сегодня валентинки. Просто вчера было обновление, я так думаю, лучше для валентинок что-то сделать. Ну вот. Делаем вот такое. Ну и запекаем. И у нас вот такой красивенький тортик. Его почти не отличить. Он такой же самый, что и этот. Только здесь вот эти штучки. Да. Ну и все, у вас есть тортик. И вы можете другие делать. Например, с кусочками ананаса. Ну и не только. И это очень вкусно даже. Можно такой сделать вот такой торт. Большой вот такой. На день рождения, например. Не знаю. Вот где хочется, там и делайте. Как по мне, на день рождения, в принципе, красиво. Или вообще не на день рождения. Это зависит от фантазии вашей. Вот такой тортик красивый. Можем вот такой тортик еще сделать. Вот такой розовенький. Такой красивый розовый тортик. Вот, давайте сделаем вот такой тортик. Оп, это будет наверху, а это будет на самом верху. И будет такой красивый слой. Или не, вот это вот так и вот так, да. Красивенько. Можно все делать, разное можно делать. Например, вот такое что-то. Давайте. И давайте еще закинем вот такие желеечки. Желейки давайте. И давайте зефирки. Вот у нас зефирки, только у нас что-то желеек нет. Странно. Мы же добавляли желейки. Ну ладно. А, нельзя, короче, и то нельзя. Можно только одно что-то. Хорошо. У нас есть желейки. Теперь, после желеек, нам надо, короче, шоколад. Не, я уже не помню. Что... Да. Мы хотим сделать розовое. Берем вот это. Сюда. Все, у нас розовый ингредиент. Теперь надо опять желейки, потому что они у нас пропали. Вот, опять желейки у нас есть. Теперь кладем вот сюда. Оп, в квадратную форму. И шоколад. А шоколад надо беленький. Оп, все. И в духовочку. Все, мы запекли вот такой красивенький тортик. И у нас вот такие красивые тортики вышли. Как вам, оцените этот тортик от, не знаю, от скольки, от 1 до 10? Ну, мне кажется, он красивый. Можно и побольше сделать. Ну, хотя побольше это уже перебор. Можно еще один слой сделать. Давайте еще один слой сделаем. Берем муку. Это не пшеница, а мука. Так, нам сейчас подарок дадут. Эй, нам же должны подарок дать. Я же тебя вытер. Ну ладно. Так, у нас здесь это тесто. Теперь нам надо... Так, теперь нам надо... Ну, например, вот такое. Сюда ставим. Измельчаем. Вот у нас вот такое пюрешка выходит. Теперь берем
Ну что, например, какую-то добавочку, не знаю. Давайте добавку зефира. Вот зефирчик. Вот сюда кладем. Теперь делаем квадратную формочку. Теперь кладем сюда вот такой шоколадик. Такой. Давайте вот такой беленький шоколад. Хотя нет, белый есть, розовый есть, вот этот, а вот коричневого нет. Давайте коричневый. И давайте запекать. Вот. У нас вот такой красивенький тортик у нас получается. Мы его кладем вот сюда. Оп, и оп. И вот у нас такой красивый тортик. У нас два тортика. И они вот такие с кусочками, все красивые тортики. Да. И это все будет на Валентинке. Давайте еще здесь чуть так украсим. Вот сюда добавим вот это. Давайте еще вот это. Ну и вот такой красивенький тортик у нас получился. И, кстати, я не знаю, кто-то, может, и писал в комментариях или не писал, не знаю. Может, кто-то напишет, например, в комментариях, как сделать вот такое пироженка, которое вот сейчас у меня в руках. Смотрите, как сделать вот такое красивое пироженка. Вот. Оно очень красивое. Вот, вот такое пироженка. Чтобы такое пироженка сделать, нам надо тесто. Но его не надо мешать. Тесто не надо мешать. Мы его оставляем так, как и было. Теперь берем клубничку. Это только работает с клубничкой, не знаю. Но я чуть-чуть и проверял. И вот, смотрите. И мы это тесто с клубничкой мешаем. Просто добавляем к себе. Берем клубничку, тесто и добавляем к себе. И у нас получаются такие красивые пироженки. Вот, вот такие красивые пироженки. Да. Такие красивые. Это очень классно. Кстати, если у меня две пироженки в руках, есть такой баг. Если у вас две пироженки в руках, то у вас будут две такие же самые анимации. Вот, например, вот такая анимация, вот такая. И здесь тоже все то же самое просто. Кстати, что-то у меня упало. Так, человек, что-то у меня все теряешь. Мальчик, что ты все теряешь? Ладно. И вот такие у нас красивые тортики вышли. Давайте еще здесь добавим вот такой. И вот такой. Не, ну это уже за много. Вот так и все, и хватит. Вот. И давайте это все занесем. Так, к нам домой. Вот сестра мне в этом поможет. Кстати, сегодня она вот так. Вот так она сегодня одета. Да. Ну, вообще, я не хочу, чтобы она была так одета. У меня есть другой выбор. Так. Ну, а мы берем вот эти тортики и сейчас занесем домой. Такие красивые тортики. Ну, и идем, конечно же, домой. Все, мы в дома. И у нас здесь, конечно же, кинотеатр. Ну, мы сейчас не идем в кинотеатр. Смотрите, что мы делаем. Эту крупку надо поставить. Что мы сейчас делаем? Мы можем эти тортики положить, вот, например, вот мы можем их положить в этот шкафчик. Вот сюда. Вот в этот шкафчик красивенький. Так, положить и закрыть. Да, это, конечно, странно выглядит. Ну, вот здесь поближе вот можно поставить уже. Вот так красивенько. И давайте еще кое-что поставим. Смотрите, сейчас. Это что такое? Вот. И еще у меня были такие кексики. Мы их поставим на кухне, не знаю. Ну, не знаю, может на кухне, может не на кухне. В принципе, на кухне. Вообще, я думаю, в холодильник поставить. Ну, зачем? Вот зачем, реально. И это не просто был такой пак. В этом паке есть лайфхаки, да, да. Помните эти цветы наши? Вот они, эти цветочки.
Так вот, если на них нажать, то у нас появится один цветочек. И если мы дадим персонажу, то у нас будут эмоции. И здесь, помните, у нас были такие сердечки, вот такие лепестки из этих роз. Так вот, эти лепестки можно реально увидеть. Смотрите, берем какую-то эмоцию, неважно какую. Вот. Еще раз. Вот еще раз. Можно еще такой. Ну и у нас уже нет как бы этого. У нас уже нет цветка. И есть вот такие красивые лепестки. Из них можно сделать сердечко. Не знаю, что хотите, можете сделать. Но эти лепестки можно в ванне, например, как-то там сделать, чтобы они были в ванне. И это очень даже круто. Сейчас, а пылесос может собирать эти лепестки? Эх, жалко, нет. И это очень даже круто, смотрите. Мы сейчас берем вот какую-то штучку. Ой, это печенька. Ну, я бы с радостью съел. Почему мой персонаж не может съесть печенька? Вот он забагался. Реально, мой персонаж не может съесть печенька. А что с моим персонажем не так, что он не может съесть печенька даже? Может, он как-то забагался? Сейчас. Да, ребята, он забагался. Смотрите. Вы помните, как у персонажа открывается рот, когда мы передвигаем их? А у меня не открывается. Но когда я его поставлю, то уже открывается. Странный баг. Вот. О, все, теперь уже может съесть печенька. Вот это да, странный бан. О, все. Сейчас съел печенька. И нам надо вот эти все штучки повыкидывать. Они нам не нужны. Да, они нам не нужны. Вот сейчас их все сюда положим. Их надо на второй этаж перетащить. Вот так вот. Эти все лепестки вот сюда. Вот. И на второй этаж. Все, идем. Идем на второй этаж. Есть один лайфхак, как сделать, чтобы было очень красиво в ванне. Вот. Берем вот эти лепестки. Ой, здесь вода как-то льется. И эти лепестки ставим в ванну. Это очень красиво. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8. И вот такой восьмой лепесточек. Вот, красивые лепестки. Ну и можно еще свечки поставить, но я не думаю. Можно поставить, не можно. Кстати, у меня здесь попугайчик. Привет, попугайчик. Ладно, лети себе куда хочешь. Кстати, а попугаи могут прятаться в шкафах? Вау, реально! Вот это прикол. И такой попугай залетает и прячется от меня. А я его ищу. Прикольно. Можно было спрятать, сделать в Waterworld. Хотите такое видео? Напишите в комментариях. Ну и у нас вот такие получились тортики. Да, красивые. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем удачи, всем пока.